Никто не забыт и ничто не забыто. Незадолго до Дня Победы в республиканской столице была открыта стена памяти. Ее общая протяженность более 280 метров. На 66 стендах, расположенных вдоль по улице Первомайской, поместилось 4500 фотографий участников Великой Отечественной войны со всех уголков, как Карачаево-Черкесии, так и других регионов нашей страны. Стена памяти – это символ вечной памяти о героях, отдавших жизнь и здоровье за наше будущее, чьи лица глядят на нас с этих фотографий.